В настоящее время Польша, Финляндия и Испания готовы предоставить Украине танки «Леопард». Однако для этого требуется разрешение Германии. Deutsche Welle пишет, что несмотря на колебания, в Берлине все же склоняются к передаче танков «Леопард» Украине. Следующий выпуск новостей СВО слушайте в начале следующего часа. А больше новостей с фронта читайте в нашем телеграм-канале «Наша лента». Заходите на сайт нашалента.ком и переходите по ссылке в телеграм. Нашалента.ком. Коротко и ясно. Какой сегодня праздник? 17 января отмечают много забавных праздников, но самый необычный – это день задабривания телефонного божества. Праздник, конечно, неофициальный, и имени его инициатора уже никто не вспомнит. Но суть в следующем. Если представить, что в вашем смартфоне кто-то живет, то у него очень важная работа.